вот так вот забирают. В жилом комплексе на окраине Одессы фальшивую машину скорой помощи использовали для отлова людей в украинскую армию. Мужчину погрузили в микроавтобус трое в форме, но женщина не давала им закрыть дверь и отчаянно цеплялась за поручни, пока водитель давил на газ. Вы же человека убьете! Многие их соседи снимали происходящее и словесно поддерживали сопротивление женщины, которая мешала увести насильно мобилизованного. Ты что делаешь, придурок? Ты что делаете? Ты что делаешь? Сотрудники так называемых территориальных центров комплектования, которые занимаются мобилизацией на Украине, не выдержали психической атаки и отпустили свою жертву. А вы хотите вдвоем? Одесские каналы сообщают подробности этой истории со ссылкой на местную полицию. Якобы выдала захваченного жена, с которой тот разводится и делит имущество, а спасала его от украинской мобилизации женщина, с которой он ушел. На дверях псевдоскорой также замечен логотип проукраинской организации, которая собирала пожертвования якобы для покупки реанимобилей для фронтовых госпиталей ВСУ.